сюда приедут довольно известные представители мирового высшего образования, ректора и бывшие ректора крупнейших мировых университетов, и проведут здесь несколько заседаний, в результате которых отдельные новые проекты университетов, прежде всего исследовательские проекты, получат государственную поддержку. Мы очень хотим, чтобы международные члены Совета, которые редко бывают в России, познакомились с российской системой высшего образования. И мы считаем, что Казань – это, безусловно, достойный университет и достойный город, который, я абсолютно уверен, покажет, насколько интересная и мощная система высшего образования существует в России.